Аренда – это не выход. И это не обсуждается. Тогда привыкай к мысли, что ты разорен. Ты шутишь? Я адвокат, и у меня нет чувства юмора. У меня есть выбор? Есть. Можешь проводить экскурсии для школьников 3 раза в день. И что же мне делать? Одевай свой лучший костюм и веди себя как джентльмен. Они будут завтра.